Пугачева и транжира Красновой, жены Преснякова-младшего хватает, а возлюбленная Бухарова и вовсе разорит Примадонну, пишут поклонники. Пользователи сети совсем недавно начали говорить о том, что у Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой все же есть общий ребенок. Да и сам поп-король периодически подогревает эти слухи, появляясь с предполагаемым сыном Давидом Бухаровым на мероприятиях, зовет его на свои концерты, а тот с радостью им восхищается. Стоит отметить, что у молодого человека уже есть возлюбленная, которая подозрительно похожа на супругу внука Аллы Пугачевой, Никиты Преснякова. Как утверждают пользователи сети, Пугачева крайне негативно относится к Алене Красновой, поскольку та спускает ее богатство, шикуя на дорогих курортах и совершая покупки в брендовых бутиках. И не всегда в сопровождении мужа. По мнению поклонников Пугачевой, невестка Арбакайте намеренно шантажировала внука Примадонны сексом 2 года взамен на доступ к богатству его бабушки. Именно поэтому к людям извне, особенно таким как Краснова, супруга Галкина относится с осторожностью и недоверием. Что же касаемо Давида Бухарова, то поклонники Пугачевой уверены, что она давно могла бы принять его в свою семью, если бы он был холост. Она оценила будущую родственницу, и поняла, что сценарий с супругой Преснякова-младшего может снова повториться, пишут юзеры. Они считают, что Пугачева не признает сына от Киркорова-Бухарова из-за меркантильной невестки, поскольку понимает, что на всех ее накопленных денег с такими темами не хватит, а ей еще предстоит прокормить маленьких Лизу и Гарри, которых тоже необходимо поставить на ноги. У фанатов Аллы Борисовны складывается ощущение, что Давиду Бухарову действительно не хватает материнского тепла от Примадонны, поэтому он как можно чаще старается проводить время с отцом и даже познакомился с его детьми Аллой, Викторией и Мартином. Поклонники уверены, что Давид не станет тащить деньги из родителей, но его жена может это сделать за него. В звездной чете Пугачевой, наученной Красновой об этом знают, поэтому близко стараются не подпускать своего влюбленного сына к себе.